Мур, привет, друзья, с вами Зирко. Как я обещал в новостном выпуске, это обзор на реворк Белерика. Давайте посмотрим. Пассивка работает так же, как раньше, но теперь бонусное хп от предметов только 20% вместо 25%. Это небольшой нерв, но опять же не критично. В уроне мы не потеряем благодаря ульте. Первый навык теперь накладывает рут на всех, кого коснется. Можно поздравить Белерика, он получает массовый контроль. А метку, которая отмечает нужную цель, перенесли на второй навык. Но чего нет в описании, так это того, что навык замедляет бег примерно на 20%. Метку теперь поставить проще, на ближайшего врага. Без метки пассивка частенько стреляет в крипов. Основные изменения коснулись ульты. Теперь над союзниками в области действия висит зеленая метка защиты. И не только Белерик выстреливает лозой, но и те, кого он прикрывает. Это увеличивает массовую отдачу урона. Представьте, бой 5 на 5. Итак, если все это оставят, будет сильный ап Белерика. Будем надеяться, что таким он дойдет до основного сервера. Ну а пока ждем, подписывайтесь на канал, делитесь видео и, конечно, ставьте лапки. Всем пока!